Рейд «Внимание, дети!» направлен на профилактику безопасного поведения детей на дороге. Особенно это касается тех, кто незаконно управляет транспортными средствами – мотоциклами, скутерами и питбайками. В ходе мероприятия сотрудники ГИБДД задержали юных гонщиков, которые передвигались на кроссовых мотоциклах и скутере. Самому младшему из них всего 10 лет. Мы приехали сюда, стояли, ждали мальчика, а он не пришел. И мы нас поймали с поличным, документы забрали, ключи тоже. За что задержали? За то, что катались по городу. На чем? На питбайках. А разве можно в городе на таких кататься? Нет, но мы быстро. Просто сюда доехать. А какая цель поездки была? До дома съездить. Питбайки не предназначены для передвижения по дорогам общего пользования, так как они относятся к категории «спортивный инвентарь». Кроме того, ездить на нем нужно в специальной защите. Для управления кроссовым мотоциклом и скутером нужны водительские права, которые зависят от объема двигателя, а сам водитель должен быть не моложе 16 лет. Выезжать на проезжую часть наши подростки имеют право в возрасте 14 лет. До 14 лет выезжать на проезжую часть запрещено, даже на велосипеде. Сотрудники госавтоинспекции составили протокол и провели разъяснительную беседу с подростками. Транспортные средства отправили на штрафстоянку. За правонарушение юных мотогонщиков будут отвечать родители. Всю информацию передадут в комиссию по делам несовершеннолетних. Юлия Стаферова, Алексей Астафуров, Гульнара Балаева, «Видное ТВ».